Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу вам показать вот такой вид изоляции. Платок Санктуарий Медиум зеленый, Clamp W2 TorVM, расположенный на зубе 24. Для того, чтобы иметь возможность работать в межзубном промежутке между 23 и 22, на каждый из которых поставлена двойная флоссовая лигатура для удержания перфорации платка в пришеечной области. Для симметрии и возможности профилактической работы также выделены два зуба 21-11 в этой работе. Очень хорошая, простая изоляция. Советую, используйте.